О, слышь, мелкий, дай мороженое попробовать. Ну, возьми. То, что нужно. Эй, ты уже попробовал? Возвращай давай мороженое. Конечно, конечно. Ва! Держи. Так, стоять, толстяк. Ну что, Стив, это он у тебя мороженое отобрал? Да. Я ничего не отбирал. Просто мороженого попробовать захотелось. Ага, и потом ты мне его на голову одел. А нечего было мне грубить. Спокойно. Значит так, Брюс Толстопуз, любим младших обижать. В общем, это я пока конфискую. А при чем здесь планшет? Меня мама за него вообще на порог не пустит. Вот и хорошо. Буду ждать тебя сегодня у себя дома вместе с мамой. Только вечером, днем нас не будет. Вот адрес, не придешь, можешь попрощаться со своим планшетом. Ябеда-корябеда, сразу брата звать. Вот что теперь делать? Если маме не говорить, без планшета останусь. Скажу, так мама меня накажет, и в итоге я опять без планшета остаюсь. Хе-хе-хе. А? Стив? Стивен, как дела? Что делаешь? Ну, играю. А что? Вот тебе интересно сидеть и в песке ковыряться. Лучше пойдем ко мне. Мы новый дом купили, здесь недалеко. У меня там много игрушек. Ну, даже не знаю. С чего это вдруг такая щедрость? На тебя это не похоже. Ну что ты, мы же все-таки соседи. Тем более мы скоро съедем отсюда. А так будешь в гости иногда заходить. Ну ладно, пойдем. Ух ты! Какой красивый дом! Вот это песик! А как его зовут? Не знаю. Ну, в смысле, Апорт. Наверное, он очень умный и команды всякие знает. Конечно. Апорт, сидеть! Странно. Наверное, не в настроении. Зато он хорошо кости ловит. Апорт! Дурацкая псина! Все шорты изорвал! Ну что, может пойдем уже? Слушай, тут такое дело, я совсем забыл. Мне же за хлебом нужно сбегать. Давай, пока я в магазин бегаю, ты зайдешь ко мне в комнату и вынесешь планшет. Ну, чтобы сфоткаться у дома. Ну давай, а где там твоя комната? Найдешь, не переживай. А, вот, наверное, его комната. А вот и планшет. Точнее, даже два. Наверное, черного Брюса. Он же мальчик, а синий у его мамы. Ой, что-то это совсем не вовремя. Интересно, а где здесь туалет? Ого, два унитаза. Этих богатых не поймешь. Алло? Ну ты где ходишь? Я уже устал тебя здесь ждать. Я уже выхожу. Брюс, а как мне унитаз смыть? Алло, алло. Вот, держи свой планшет. Ты что принес? Это же не мой планшет. У меня синего цвета. Привет, ребята. Вот вы где. Стивен, ты забыл, что мы к бабушке собирались? Давай-ка пошли. Тебе еще пообедать и переодеться нужно перед дорогой. Хорошо, мам. Пока, Брюс. Дурацкий Стивен. Ничего нельзя доверить. Придется самому рисковать. Теперь ты снова мой. Так, уже и не помню, как обратно идти. Может, здесь? Фу! Ну и вонь! Я не понял, а ты что здесь делаешь? Ты что, решил планшет тайком вынести? Так, а что это за запах? Ты чё, в беде нагадил? Ну, мелкий, ты сам нарвался. Вот гад, убежал все-таки. Фу, слава богу, пронесло.